26 августа в Улан-Удэ проведут ежегодную социально-культурную акцию «Книговорот-2022». Во дворе Национальной библиотеки с 6 часов вечера состоится традиционный обмен уже прочитанными книгами. На так называемом книжном свопе особенно ценятся издания в хорошем состоянии, поэтому следует принести новые или хорошо сохранившиеся. На «Книговороте» у нас будет специальный гость Светлана Примак. Она у нас владелица, организатор и продавец магазина «Книголюб». Также у нас на мероприятии будут развлекательные викторины, квесты, будут выступать молодые поэты, также музыканты. В рамках книжного обмена пройдет детективно-литературный квест. В нем могут принять участие команды из 6-7 человек. Участниками будет предложено отгадать знаменитых героев из разных произведений. Выполняя задания, игроки посетят различные места библиотеки. Победители интеллектуальных соревнований получат съедобный приз – пиццу.